Здравствуйте, мои хорошие, канал Лайф Второй Надежды и видео «Что он говорит другим о вас». Такие расклады меня периодически запрашивали, несколько разных вариациях, вот, но я решила теперь одно видео сделать с ответами на те вопросы, которые вы задавали. Итак, позиция будет общая, внимательно смотрим сигнификацию, если все резонирует, мы смотрим дальше. Таро снов Чиромарчети и Таро светлого провидца, пока это колоды, с которыми мне хочется работать, новые колоды. И, конечно, хочется к ним приработаться, хочется понять. Ну, бывает так, что какие-то колоды приработались и особо рука не тянется. А бывают такие, что из рук не выпускаешь. Не знаю, как будет с этими колодами. И давайте смотреть первая позиция, да, первый вопрос, который мы здесь посмотрим. Это в каком состоянии сейчас пребывает ваш мужчина. Это будет сигнификация. То есть то, что будет сказано, вы в любом случае так или иначе будете знать. И, соответственно, с этим вы делаете свой выбор, ваш расклад или нет. А здесь почему-то сразу у мужчины показано схлопнутое состояние выплеска сексуальной энергии и выплеска эмоциональной энергии. Здесь у мужчины почему-то сейчас показано, что никого не хочу любить, ни с кем не хочу спать. Знаете, какой-то вот пересмотр нынешнего состояния своего, с чем оно связано. Никто ему ничего, никто мне ничего не предлагает, девочки. Здесь мужчина показан, знаете, вот таким вот потребителем. Потому что шестерки пентаклей – это такое безвозмездное предоставление кому-либо или чего-либо. Помощи, денег, каких-то других ресурсов. Здесь, похоже, мужчина, который рассчитывает на то, чтобы получать, я не знаю, интимное наслаждение, получать отношения, но только так, чтобы ничего не давать взамен, да? Ты мне даешь, потому что ты меня любишь. Либо ты мне даешь, потому что ты сама этого хочешь. Здесь мужчина, который сейчас почему-то находится в таком, в ограниченном состоянии, когда по доброй воле того, что ему хотелось бы, ему никто не дает, да, выставлены какие-то условия, да. Ну, скорее всего, здесь должен быть равнозначный обмен, который мужчина предложить не может. А, ну, что здесь могут быть? Здесь могут быть любовные треугольники, например, когда уже женщина, уставшая ждать, когда там мужчина определится, она уже четко говорит: все, мой дорогой, ты выбирай, и как только выберешь, и если выберешь меня, то добро пожаловать. Если ты хочешь сидеть на двух стульях, то давай. Направляй свои тапки в ту сторону, откуда ты ко мне, собственно, и пришел. И потому что здесь все, что связано, но так как расклад здесь завязан в любом случае на вас, все, что связано с любовью, с эмоциональной составляющей, да, сексуальной составляющей, здесь говорит все, конец, да, здесь трансформация, потому что уже безвозмездно, просто так, да, за счет того, что ты просто есть в этой жизни, никто тебе здесь ничего не дает. Когда-то сказки же должны, наверное, заканчиваться, либо какое-то такое просветление, что не все в этом мире, мой дорогой, может доставаться просто так, да, за счет красивых глазок. Тут вот у мужчины все красивые глазки его больше не прокатывают. Да, видите, все его теперь состояние, оно зациклено на женщине любимой. На женщине, да. Ну, вот видите, на женщину, которую он не может сделать своим собственным выбором. То есть я ее люблю, мне с ней хорошо. А вот чтобы взять и ее выбрать, мне сделать тяжело. Ну-ка, а почему? Потому что все надо начинать заново. Здесь ситуация, я говорю, любовные треугольники, раз. Вторая ситуация, что мужчина, на, если выбрать вас, здесь на кону стоит его собственная карьера, либо кардинальная смена жительства и, соответственно, образа жизни и так далее, и так далее, и так далее. И женщина здесь, конечно, она товарища нашего мужчину, да, она поставила перед выбором или-или. Все. Закрылся волшебный ларчик, который безвозмездно, да, ничего не прося взамен, давал тебе все то, что тебе так нравилось. Теперь, мой дорогой, ты поставлен выбор, да, выбор, что если ты выбираешь меня, ты будешь все так же получать, а если ты выбираешь не меня, то, собственно, до свидания. Вон, вперед в отшельники.
А мужчина здесь боится того, что его будущее, это должно быть сопровождено новыми событиями, новыми, ну, я говорю, новое место жительства, это новые привычки, это новый круг общения, новые праздники и все, что связано с новым. Он боится сделать выбор, потому что что-то новое для него это, ну, что-то такое чуждое, да. Ну, конечно, мы все люди, которые... в зоне комфорта своего, да, чувствуем себя здорово и хорошо. И если мы сталкиваемся с ситуацией, что нам нужно привыкать к чему-то новому, то, конечно, не всем это нравится. Вот этому мужчине совсем не нравится. Поэтому находится сейчас действительно мужчина в трансформации, да, что мне сделать? Выбрать тебя мне тяжело, потому что это сопряжено с переменами, которые мне тяжело осуществить, оставить отношения в том виде, в котором были, не получается, потому что женщина, она уже не согласна с таким, ну, с таким положением дел. Что еще важного здесь вы должны знать? Мужчина для себя внутренне сопротивляется тому решению, которое ему нужно принять. Какое это решение? Вообще, вот смотрите, дворец мечей в данной колоде означает это инстанции, да, это что-то высшее, да, что если с вами быть, то здесь все должно быть серьезно. Это, например, да, узаконить отношения. Это, например, прийти не с пустыми руками, потому что вы женщина тоже самодостаточная, тоже у вас что-то есть. Это высокие цели, которые сопряжены с тем, что я должен быть честен, откровенный, и все это должно быть где-то зафиксировано, чтобы потом, да, в случае чего, можно было там одного или другого партнера подтянуть за его слова и ткнуть в те бумажки, в которые там записано, да, то или иное его действие. И для мужчины, да, вот такое вот внутреннее его сопротивление, что если с вами, то действительно все должно быть по-настоящему, да, и все должно быть не просто так на каких-то словах, да, на соплях держаться, на обещания, а все уже должно действительно, если обещание дано, то должен быть срок, в течение которого выполнено. Если я сказала, что я на тебя женюсь там через месяц, то через месяц ты должен жениться. И мужчина здесь, видимо, действительно привык на халяву получать все то, что ему так нравилось. А теперь, чтобы вернуться к тому, что ему так хотелось, да, что ему так нравилось, здесь нужно выполнять определенные уже серьезные обязательства. Но я хочу сказать, вот почему здесь внутренний конфликт, потому что он не привык, да. Здесь две большие разницы. С одной стороны, когда ты привыкал получать все на халяву, а с другой стороны, ты за это теперь должен платить. Ну, все мы знаем такие ситуации, да, мы можем помогать людям, и первый раз нам скажут спасибо, да, второй раз нам скажут спасибо, в третий раз промолчат, а в четвертый раз будут считать, что ты им должен это делать. Ты же раз от раза делал, да, за даром. Так и тут ваша ситуация, что вы добровольно, да, безвозмездно давали ему какие-то блага его собственные. Он в этом наслаждался, он в этом кайфовал, а теперь вы его отрезали от этого, и внутренний конфликт, да, и здесь внутренний конфликт, даже борьба, почему так, да, вот какая-то злость, да, вот какое-то возмущение в вашу сторону. Но с другой стороны, здесь мужчина четко понимает, что он может получить все то, что он так хочет, но это для него сопряжено с определенными уже какими-то формальностями. И вот в голове не вяжется, да, вот привык ездить на вас, на халяву, а вот теперь вот будь добр, вы не доположи, вот такая вот дилемма. Хорошо. Смотрим теперь, в чем он сам себя убеждает по поводу вас. Что вы его любите безусловной любовью, да, вот опять же дворец кубков. Колода не свойственна тем, что в ней присутствуют дополнительные 5 карт, но из 5 дополнительных я использую только 4. Вот все дополнительные дворцы, да, вот дворец мечей, дворец кубков, дворец пентаклей, дворец жезлов. А дворец кубков говорит о самой высшей, да, квинтэссенции масти кубков. Это максимальная эмоция, это максимальное доверие. А здесь мужчина сам себя убеждает в том, что вы та женщина, которая может любить его вопреки всему, да, и несмотря ни на что. И я хочу сказать, что эти убеждения не безосновательные, а он уже имел часть вот этого вот безусловного, да, вот доверительного какого-то вашего отношения к нему. Он
получал частично, а может быть, в полной мере, да, вот для него был весь этот дворец эмоций, когда он мог расслабиться, когда он мог, я не знаю, вот как в Эдеме, да, вот быть в отношениях с вами и ни о чем не задумываясь. И сам он себя убеждает в том, что вы не такая уж злая, да, вы не такая уж женщина какая-то расчетливая, которая его поставила перед выбором, а вы все равно его любите, безусловной любовью. Вы для себя прежде всего ставите целью любить и быть любимой. И вот почему-то вот свято, да, что вы вот... Человек способен его любить, несмотря ни на что. Убеждает себя в том, что примите его, простите его. Это, знаете, вот мужчина немножечко перемешивает понятия своих собственных ощущений на те ощущения, которые должны испытывать вы. То есть здесь мужчина говорит, мне с ней хорошо, да, мне с ней было здорово, мне с ней было супер, я теперь... Это потерял. Но теперь вот в потере мужчина пытается убедить себя в том, что это не ему так сильно надо, а в том, что и вы в этом нуждаетесь. Вы его любите. Вы его готовы, там, я не знаю, как сыр в масле катать. Вы готовы ему обеспечить вот полный здесь пансион, где, там, не знаю, обед, завтрак, ужин и там всякие-всякие дополнительные бонусы. Вот, и при этом ничего взамен не потребуете. Но мужчина себя, видите, также еще убеждает в том, что это между вами недопонимание, это между вами не конец, что между вами еще есть зерна, да, вот которые вы вместе посеяли, которые еще дойдут урожай, и что вы женщина мудрая. А, кстати, еще здесь мужчина понимает, что вы женщина большой-большой интуит, потому что дворец кубков – это женщины интуитивные, да? Это женщины, которые не идут в противовес своих собственных чувств, да? Своих собственных эмоций. А королева жезлов, мы знаем, что эта женщина наделена теми или иными мистическими какими-то возможностями, способностями. И мужчина почему-то считает, что вы же женщина умная, да, и вы женщина четко понимаете, что именно этот мужчина может точно так же, как вы ему, но и он вам дать вот всю негу, весь какой-то простор чувств. Уговаривай, девочки, сам себя, что вы тоже нуждаетесь в том, в чем нуждается он, что вы точно так же, как и он, хотите нежности, там, любви, ласки, вот такой вот безвозмездной и безусловной. Ну, я уже в каком-то видео говорила, что безусловной любовью у нас, нас могут любить только наши животные, которых мы приручили. Да, это прежде всего собаки. Вот от них, да, стоит ожидать безусловной любовью. Пример с гаражом, да, приводила. Это действительно так. Но вот мужчина здесь, то ли у него амбиции полный рот, то ли он действительно настолько сейчас тоскует от того, что вы его ограничили, или потому, в чем вы его ограничили, что теперь вот у него ум за разум заходит и пытается еще себя убедить в том, что вам же тоже было хорошо. Ну, скорее всего, он видел, насколько вы тоже балдели в отношениях с ним, там получали наслаждение, да, и, видимо, считает, что это же не могло пройти даром. А он обязательно так считает, потому что для него, что мы много чего сделали в наших отношениях, и она должна понять, что это еще не конец, что в наших отношениях мы еще можем что-то черпать. Хорошо. А что черпать? Здесь черпать, девочки, то, что мужчина какой-то конкретный выбор сделать пока не готов, да. И вот из этого его собственного бездействия можно, как он считает, получить максимум удовольствия, чтобы проблемы в наших параллельных жизнях проблемами не были, чтобы сложности нас не касались. Мы же вдвоем, мы же можем в этом каком-то сложном, да,
взбудораженном мире быть друг у друга, и мы можем друг друга расслаблять, мы можем друг друга наполнять энергиями. Но мужчина здесь действительно не понимает одну большую вещь, что для него это сейчас кармический урок, который говорит о том, что чтобы не мучиться, чтобы вот не пребывать в таком состоянии, в котором ты есть сейчас, сделай уже для себя окончательный и осознанный выбор. Выбор, который будет не сделан, ну, не органами, которые там ниже пояса находятся, а это выбор, который должен сделан быть сознательно, да, твоим менталом. А у него здесь борьба, да, а у него здесь коса на камень. Он, по большому счету, девочки, здесь сам с собой договориться не хочет. Что же он конкретно хочет от женщины, да, или что он хочет конкретно от жизни женщины. И поэтому ему здесь действительно тяжело. То есть мужчина ограничен в том, что он получал когда-то за даром. Мужчина хотел бы сейчас все это получать, но опять же на своих собственных условиях. Так как так не получается, вот и начинается, да, вот заход с той стороны. Но если она меня любит, а она меня любит, то она тоже должна пойти на какой-то компромисс, то она тоже должна пойти на какое-то согласие. Она не может меня не любить, ей точно так же со мной хорошо. Она женщина... такая мистическая, да, вот она женщина дальнозоркая, вот, и она может разглядеть в том, что я могу ей тоже принести какую-то, не знаю, пользу, там, благодать, и вот, вот какие-то, девочки, знаете, вот такие вот размышления мужчины, но здесь размышления мужчины, который загнан сейчас в угол. Все, что хочу получить, не получается, если ты не выполняешь какие-то условия, тебя в этом ограничили, и если ты это хочешь взять, а ну-ка дай-ка что-то такое серьезное взамен. Он говорит, а пока я взамен ничего дать не могу, и вот здесь вот нытье, да. Я хочу, отдайте мне, отдайте. Вот как-то здесь так. Хорошо. Но здесь позиция, да, вот в чем он сам себя убеждает по поводу вас. Я думаю, здесь вы услышали, что пока он здесь договориться даже сам с собой не может и убеждает себя в том, что вы его очень сильно любите, и вы вот как бы то ни было поймете, что что-то между вами еще есть, и есть что-то серьезное. Вот и вы согласитесь на вот то, вот что было раньше, да, вот что вы давали и в каком виде вы давали, чтобы так вот и давали ему дальше. Окей. А что он говорит другим о вас? Вот тот самый вопрос, к которому мы наконец подошли. Что он говорит другим о вас? Что она хочет от меня слишком много, и поэтому мы с ней не можем договориться. Он говорит другим, что мы не можем понять друг друга. Почему? Потому что она хочет, чтобы я был для ней всем. Да? Вот он, чтобы я светил только для нее, жизнь свою посвятил только для нее, был для нее, не знаю, там, мужем, отцом, там, нянькой, воспитателем, советчиком. Здесь мужчина переложил всю ответственность с себя на вас перед другими. Но я думаю, это свойственно людям, когда, чтобы не навлекать в себя ополчение какое-то, да, чтобы не навлекать осуждение, проще за спиной сказать, что мы не сошлись с характером, потому что от меня слишком много хотели, да. Я же хороший, да, и вы же знаете меня, какой я хороший, но там запросы слишком, поэтому мы не нашли общего языка. Здесь почему-то мужчина, видите, твердо уверен в том, что не получается, потому что он для вас вот действительно должен быть всем царем, императором, всея Руси, не знаю, всея земли светит только для вас, и чтобы вы были смыслом жизни. Ну хорошо, ну а детали, какие-то нюансы, что он говорит о вас другим? Вот, вот опять же, она требует от меня слишком многого. Что я должен жить интересами ее, я должен реализовывать ее какие-то желания. И знаете, вот здесь вот мужчина, который привык получать все за даром, да, и в итоге, когда ему выставили, грубо говоря, какой-то райдер, а он с ним не согласен, начинает говорить, а слишком много от меня захотели, да, слишком высокую цену заломили для того, чтобы я был в этих отношениях. Он говорит, что он сам
не захотел отношений. Он сам отгородился, он сам ушел и пошел во что-то новое. Он говорит, пусть я новую жизнь свою там или прежнюю жизнь буду налаживать медленно, пусть не спеша, но зато уже так, как я хочу. А так, как она хочет, он говорит, я не смогу ей дать. Причем он говорит, что его решение это было не быстрое, что он действительно долго думал, что он пытался даже попробовать. А в итоге здесь ничего не получилось. Да, вот по его мнению, для других людей ваши запросы слишком велики для его возможностей. То есть он не может реализовать то, что вы хотите. Что еще он для себя, точнее, что он еще о вас говорит другим? Она хочет жить хорошо, ни в чем не нуждаясь, ни в чем не напрягаясь. Вот опять же, она от меня ждет, чтобы я ей все дал, чтобы я ей все принес. Здесь девочки, видите, сплошные обвинения, что он закончил отношения, потому что вы слишком высокую цену себе возомнили. Что вы женщина, которая не готовы, не знаю, делать какие-то поблажки, делать снисхождение, потому что королева Пентакли – это женщина действительно самодостаточная, да? Она знает, как она живет, она знает, на что она живет, она распоряжается своими собственными средствами. И здесь мужчина, что она-то живет сама в свое собственное удовольствие, но и от меня ждет, чтобы я ее удовольствие как-то приумножила, ждет от меня больших денег, больше возможностей. Вот, и здесь что... отношения надо было заканчивать. Здесь мужчина, знаете, больше, вот опять же, даже жалуется и оправдывается на то, что он просто не потянул бы запросы женщины, которая, по его мнению, слишком много захотела. Ну, я не знаю, слишком много захотели, чтобы он, допустим, развелся с женой, да, а его какой-то товарищ в курсе, что у него есть вы. Ну, и, конечно, здесь он скажет, ну, конечно, она захотела, чтобы я развелся с женой, там все поделил, либо все бросил и остался с ней. А будущего-то этот мужчина боится, да, все надо начинать с нуля. И чтобы не сказать, что там это я там очканул, да, я не хочу жизнь начинать с нуля, с новой женщины. Здесь начинается, что у нее запросы слишком большие, что она мне здесь... выставила условия, и она вообще сделала все, чтобы я еще задумался над тем, а нужно ли мне таким отношения, да, вот и куда я ввязываюсь, во что я ввязываюсь. Вот поэтому я и сделал так, чтобы отношения закончили. Даже если отношения закончили вы, да, даже если отношения вы с мужчиной первое поставили под меч, и сама первое его бросили. Здесь мужчина не признает, что это вы бросили его из-за того, что он такой вот, не знаю, трус там или такой вот он несерьезный. Здесь мужчина говорит, это я ушел, потому что я стал понимать, что ну, мы не сходимся целями, не сходимся характерами и вообще слишком она много от меня хочет. Я ей не могу этого дать. Ну, еще, что еще? И вообще она обвинила меня, что я неверная, что я нечестная, что я ее обманываю, я ей изменяю. И, в общем, все. Да. Оправдание полностью себя, обеление себя, вот и очернение вас, что это вы слишком высокую цену заломили того, чтобы он был с вами. А он такой вот бедный, несчастный и не смог потянуть такую вот наглую женщину, как вы. Поэтому ему пришлось с вами попрощаться. Вот такая здесь, девочки, ситуация. И крайняя позиция в этом раскладе, которую я для себя здесь наметила, это что вы должны для себя знать об этом мужчине. Возможно, это как-то поможет вам принять свое собственное решение. Возможно, посмотреть на со стороны. Посмотреть со стороны, да, на то, что происходит. Бывают у меня нестыковки, девочки, в речи, но это то, что я в одном предложении хочу уместить сразу несколько. Поэтому не придирайтесь чересчур к структуре речи. Бывает так, что, да, мозг не успевает обрабатывать ту информацию, которая у меня проносится в мыслях, в сознании. Итак, что вы для себя должны знать по поводу данного мужчины? Так, что там у нас выпало сейчас, девочки, секунду. Девятка пентаклей.
А так ли важен этот человек, который мерит вас какими-то формальными мерилами, который считает, что невозможно требовать каких-то обязательств и формальных отношений, если люди друг друга любят? Так ли этот мужчина важен для того, чтобы почувствовать себя целостной, самодостаточной, потому что вас, девочки, ресурса ого-го. Девятка пентаклей, императрица, и этот человек действительно путает все карты вам. Этот человек помогает вам опускать самооценку ниже того допустимого уровня, который может быть, ну, быть каким-то, не знаю, мерилом для вас. Вы женщина, и без этого мужчины самодостаточные. Вы женщина, которая можете строить шикарные отношения с другими мужчинами. Вы женщина, которая может шикарно выстраивать свою собственную карьеру. Может быть удивительно шикарной, прекрасной женщиной и без него. Что вы о нем должны знать? Что он омрачает или наводит, да, вот тень на плетень, на вашу личность, оттеняет вас. Без него вы можете светить гораздо ярче. А если быть с ним, это немножечко умалять здесь свои достоинства, умалять свои качества, потому что вы императрица, да, вот вы, вот все, что хорошее может быть сосредоточено в женщине, все в вас есть. И ресурсов достаточно. Здесь, если вы захотите, и если вы себе поставите цель, вы добьетесь, вот поверьте, чего угодно. И этому мужчине вы много чего можете доказать просто тем, что вы будете делать и как у вас будет получаться. А этот мужчина, ну вот как вот он идет здесь, да, вот человеком каким-то предателем, да, пятерка мечей, нечестная игра, использование, игра в одни ворота. И, соответственно, когда в отношениях происходит, что один дает, второй только пользу, да, и ничего взамен, конечно, самооценка женская, она в любом случае здесь будет падать. Он дает вам постоянное состояние ждуна, да, вот ожидания. А по итогу здесь, похоже, уже все сроки, которые были когда-то озвучены, назначены, все сроки уже просрочены, да, уже срок давности вот каких-то договоров здесь закончился. Но, похоже, там уже карты не зря показали, да, что чтобы в дальнейшем уже быть с вами, соответствовать вам, он должен выполнить какие-то серьезные условия, вот на которые здесь пока подписываться не собирается. Просто вы уже здесь, видимо, дошли до крайнего состояния, когда вот либо пан, либо пропал, либо ты действительно со мной и выполняешь то, что вот здесь мы с тобой договорились, не знаю, для кого-то это на листе было озвучено, для кого-то это вот скрины каких-то переписок, либо тогда уже ничего не надо. Да, вы для себя преследуете цель, либо все, либо ничего с этим мужчиной. Иерофант, десятка кубков, семья, да, с этим человеком. Вы не видите себя в любовниках вечных, вы не видите в друзьях там по сексу. Вы себя и видите именно парой, которая вместе. Так что, видимо, дворец мечей на самом деле мужчину поставил в тупик, когда он понимает, что он может быть с вами в отношениях, только пройдя через какую-то официальную инстанцию. Тогда уже гарантированно потом в дальнейшем после этой инстанции получать все то, что он получал, да, безвозмездно, но при этом принести от себя какую-то жертву. Наконец-то выбор сделать, да, уже наконец-то дать вам статус там своей жены, там своей женщины. Ну, а видите, а перед другими здесь что? Слишком завышенные требования, слишком много вы от него сейчас на данный момент хотите. Не может он этого, и поэтому он вынужден был ретироваться, потому что не потянул такую властную, да, и такую женщину со слишком высокими запросами. Все, мои хорошие, я уже стала заговариваться. Я надеюсь, что смысл расклада вам был понятен.
Я надеюсь, что если кто-то там вас будет спрашивать, ну за что ты с ним так, да, или почему ты с ним так, вы поймете, откуда дует ветер. А с другой стороны, здесь хочется сказать, девочки, вам должно быть все равно, потому что этот мужчина несколько занижает ваш уровень, по сравнению с тем, на который вы способны, да, крылья, которые у вас могут быть расправлены, да, вот и быть такими вот направленными вверх, они у вас чуть присогнуты, потому что здесь надо считаться с этим мужчиной. Так что, мои хорошие, я надеюсь, что вы выводы вы в любом случае сделаете, свой собственный пазл от данного расклада, пазл своей собственной жизненной картины вы соберете. Я желаю вам всего самого наилучшего. Пусть мечты сбываются. Вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность. Пусть это будет девизом вашей жизни. До встречи в новых видео. Пока-пока.